Укрепительная стена в районе Зеленского съезда готова почти наполовину. Но говорить о полном восстановлении склона еще далеко. Строительные работы ведутся без перерыва, выходных и невзирая на погоду. Рабочим приходится бороться с грунтовыми водами, которые стали причиной апрельского оползня. Забивать сваи буквально в воду, как признаются строители, на сегодня, пожалуй, самый сложный этап восстановительных работ. Сложность на этом объекте на сегодняшний день одна. Это очень высокий уровень грунтовых вод. Практически, если вы смотрите на площадку, то вода сегодня стоит на поверхности. Нам приходится с тяжелой техникой постоянно себе выполнять мощение для прохода тяжелой техники и в условиях высокой воды выполнять эти буронабивные сваи. Напомню, оползень на Зеленском съезде в районе театральной лестницы произошел в начале апреля. Тогда за считанные минуты часть тротуара и ограждения сползли в Почаинский овраг. Усилиями аварийных служб удалось приостановить обрушение грунта. В администрации Нижнего Новгорода приняли решение незамедлительно приступить к капитальному укреплению склона. Будем начинать полномасштабные работы. Будет строиться стенка укрепительная внизу Почаинского оврага. Высотой ее не менее 5 метров будет эта стенка. Будут устанавливаться сваи. Очищаться будет овраг от той поросли, которая сейчас мешает проведению работ. На разработку и прием плана по восстановлению склона, а также на всевозможные виды экспертиз ушло около 2 месяцев. К полномасштабным работам генподрядчик приступил в июне. Сегодня восстановление склона идет полным ходом. Вместе с проектантами приняли техническое решение пригрузить откос тяжелыми элементами, то есть обломками бетона, бутовым камнем и так далее. Поэтому эта работа сейчас сделана, и мы уверены, что дальнейших оползней в этом районе уже не может быть. Чтобы подобных ЧП в будущем не случилось не только в районе Зеленского съезда, но и на других склонах Нижнего Новгорода, в городском управлении благоустройства будут постоянно мониторить подвижку грунта на всех потенциально опасных участках. Сейчас дали поручение специализированному предприятию, которое осуществляет эти функции, заключить договор с специализированной организацией по надзору за склонами. То есть практически это будет заключаться в наблюдении состояния склонов по насыщению их водой. Восстановительные работы на Зеленском съезде планируется завершить к декабрю текущего года. Полное укрепление склона обойдется городу в кругленькую сумму – около 100 миллионов рублей. Сергей Щеплягин, Ренат Бикбаев и Максим Веселов. Объективно. ННТВ.